Один, вон второй. Вот он один. Так, вообще нож надо, Викуля. Вот смотри. Вот один, вон второй, вон, да. Ну я типа что и говорю, на. А. Викуля, срезай их. Вот еще, Вик, вон там еще. Дальше. Так, срезай их. А что ты этот не срезала? Что возьму там? Вон они же еще. Миш, там в сумочке нож и на пакет. Машину заглуши. Машину заглуши. Вытащи ключ на сиденье, положи. Вот он куда пошла. Виктория, видишь, нет? Да, вижу. Со зрением у меня все нормально. Подрезай хорошо, прям не бойся, смелее. Вот еще, Виктория. Видишь? Вижу, конечно. Вон еще. Вот еще. Вот еще, Вика. Миш, иди сюда. Вот, смотри, вот. Они друг за другом идут. Вот он маленький, видишь? Вот он, смотри какой. Три, Вика, вот он. Сейчас, ну хорошо, сбежай. Вика, вон рядом два штуки стоят, видишь? Ну? Стой, подожди. Миша, ты чё этот? Глаз наострил, нет? Вика, Миш, срезай. Вот они, видишь, идут друг за другом. Вон слева, Миш. Прямо. Смотри, он не видит. Я тоже не вижу глаза. Классно, да? Прям вообще шикарные. Блин. Вот они, друг за дружкой, видишь? Так, ну мне тоже надо брать ножик, наверное. И здесь. А? Всем привет, друзья! Сегодня мы с детьми спонтанно собрались, короче, выскочили за грибами. Ну и вот уже нас черепашки приветствуют. Ай, прячется. Уже такую полянку хорошенькую нашли. Дети побежали собирать. Ну а мы пока еще даже не доехали до той грибницы, на которую я вообще хочу поехать. Так, ну а что из этого получится, смотрите дальше и будьте с нами. Интересно, идут одной полосой, вот дети вверху вон бегают, а я вот чуть ниже спустился, уже нету. А нет, есть, вижу. Так, вот он один, запомнить его. И вот он тоже немного ниже, но тоже есть, оказывается. Вот они. Да. Шикарный гриб. Так, где-то здесь еще один был. А, вон он. Вижу, но это не тот. Вот здесь вот где-то был еще. Народу очень много, блин. Сегодня у нас как бы середина недели, четверг специально выбрал, чтобы. Так, а этот уже потерял. Нет, вот он, не потерял.
специально, говорю, четверг выбрал, чтобы... поменьше народа было. А здесь как? Нет, точно, вот он уже. Я говорю, блин, по-моему, не тот. А здесь машин, люди с 4 утра катаются. Я к мужику подъехал. Здравствуйте, говорю, как успехи? Ну так. Я уже здесь все собрал. Вам здесь делать, говорит, нечего. Что же вы за люди-то за такие, блин? Делать нечего. Я еду с семьей отдохнуть. Даже если гриба не будет, ничего страшного. Я не расстроюсь. А вот такие вот слова подачки, типа, вам здесь делать нечего. Честно говоря, охота было подойти, блядь, и в рожу двинуть. Делать нечего. Так говорить не надо. И нельзя. Это точно так. Ну ладно, потом расскажу еще одну историю. А вы чем это мимо грибов проходите, я не пойму. Причем, смотри-ка, Вика, ты что, с черепахами теперь играться будешь? Смотри, какой на открытом месте, вон еще. Вон еще, видишь? Ну режь этот. Ты не видишь? Режь этот, я тот срежу. Здесь их 3. Отлично, на, я тебе еще вот эти высыплю. Вот этот, слышишь? Ну я не брал пакетик, Викуля. Мы ж так кружочек сейчас дадим. Мы еще не доехали даже. Срезала? Молодец. Я у Миши бегала, собирала грибы. Да? Хорошо. Че, почин есть? Это уже хорошо, да? И вообще первый гриб я нашла. Да, первый гриб сегодня ты нашла. Обычно у Михаила, ну хорошо. У меня большие, у Миши маленькие. Обычно у Михаила глаз навострен на грибы. Я вот... А! Ну я говорю, я повыше, наверное, поэтому мне видно лучше. Миша, давай закругляйся к машине, надо переезжать. Мы не доехали слишком много, причем не доехали. Вика, смотри какой. Смотри, а по хашках-то? И что? Вот отсюда режь. Вот он любит. Смотри какой чистенький, да? Ну, шикарный. Вика. Или Мишу позвать. Смотри, какие лапки. Разгреби его, подожди. Какие хорошие какие, да? Да. Так, Криш. А. Ну, что-то Миша тоже ничего не смотрит, не ищет. Мише, наверное, надо покушать. Дети убежали в сторонку. Я говорю, иду. Я, видимо, повыше, и мне как бы
Ну, получше видно их. Вика балдеет. Папа, ты высокий, говорит. Тебе хорошо. Ты, говорит, сверху видно тебе все. Ой, чуть не прошел. Целых два. Вот он раз. И вот он два. Здравствуйте. Как ваши дела? Соберете грибочки? А что это ты со мной ходишь, походишь? С Мишей ходи. Миша меня выгнал. Как это выгнал? Ты у него, наверное, он находит, а ты бежишь и режешь, да? Нет, ну, так было, но надо ходить помедленней и смотреть повнимательней. Не только под нос, а немножко вот так в сторону, Викуль. Вот, ну, вот так вот посмотрела, вот так вот. Вот так вот, вот так вот посмотрела и увидела, да? Папа, а? Целых два, а третий пропустила. Да, вот он. Я сама срежешь? Конечно. Ну хорошо. А я тогда вот этот срежу. Да, ну срезай сама. Так он и так срезанный. А те-то тоже, да, срежешь нельзя. Викуль, ну и вот эти вот тоже срежешь, ладно? Где? Ну вот один вон прям рядом с тобой стоит, ты на него смотришь. Ай, боже ж ты мой. Смотри, вот раз, два, три, четыре, пять. Тихо, Миша сейчас приходит. Ну и хорошо, пусть приходит. Мы с ним соревнуемся. Не надо с ним соревноваться. Почему? Это твой старший брат, он должен быть впереди. Нет. Ты потерял уже все остальные, да? Нет. Нет? Я на тебя смотрю. Короче, папа ищет, показывает, Вика режет. Что, все там срезала? А? Да. Точно все? А? Сейчас упал. Подымай. Ну ты за один держи просто эту, за одну ручку. Викуля, куда ты пошла? Режь гриб. Ну на него смотришь. Вот так вот они прячутся, да? Давай я срежу. Так вот они прячутся, да? Грибочки все шикарные, мокрые. Вот он еще. Откуда так много-то? Ну это разве много? Хорошо. Это зайка, хорошо. Видишь, полянки какие находим. В прошлом году мы сколько? Раза два, наверное, ездили. С соседями ездили, даже три, по-моему, раза ездили. Ездили с соседями, потом с товарищами ездили, короче. Ну, буквально там сковородку собирали. Можно сказать, ни о чем. А в этом году, видимо, дождик прошел хороший. Викуль, ты будешь резать или я? Давай. Слушай, ты оставь уже этих, пожалуйста. Миша, что там, как у тебя? Иди сюда. Правильно, жук врезался. Правильно, ты маленькие режь, а большие буду я собирать. Ты когда режешь, ты вправо-влево смотри, Вик. Ну, под нос смотрит и не видит. Вижу. Что ты видишь? Маленький гриб. Где?
Вот. А, ну понятно. Ну ладно. Да баб. Вот смотри. Смотри, вот он. Видишь, вот он сидит. Вот это да. И давай обсуждайся. Пальцы не порежь, смотри, себе осторожно. Ой, да не порежу я. Миша, ты зачем сюда пришел? Как зачем? Грибы собирать? Миш, вон еще он пойдет. Миша, вот они тоже. Эту траву разгребайте вот так. Нет, там маленький только. Вон справа. Я еще прямо смотри. Ну такими прям полянками растут. Хорошо. Что? Что потеряла? Или увидела что-то? Машина. А, пойдемте к машине переезжать будем. Вик, вон он. Миша, ты тоже режешь, когда ты немножко там вправо-влево, потому что они сейчас полянами растут, не единичные, как вот позапрошлые года, когда мы ездили. Папа, сколько ты пакетов брал? Да какая разница, Вик, сколько бы я ни брал там пакетов. Да, черепахи вон лазят, смотрят на нас. Черепахин, привет. А, спряталась. А? Да блин, говорю. Ну, Миша проходил, не факт, что он что-то увидел. Он, видишь, он режет, режет, режет. Молодец. Ой, как тут классно, ребята. Как тут классно. Вот. На одном маленьком пятачке лежи. А ты еще дома? Или на работе? А мы вот здесь. Так, стоп, подожди, Миша, Вик, вон. Под нос смотри. Не видит. Это самые вкусные. Ну это, да, сейчас вверх вот так вот, давай левее немножко возьмем. Плохо ты, Миша, ходил. А, Викуля, я, говорит, с тобой лучше буду ходить. Ну я знаю, что видишь, они с одной стороны видно, с другой стороны не видно. Маленькие вот эти не трогай, Викуль, пусть они растут. А вот эти вот. Эти? Да, вот эти пусть растут, малыши. А вот такие вот шикарные грибочки. А эти они сейчас день-два, Миш, вон под этим слева посмотри. Видишь? Вот так вот я говорю их. С одной стороны идешь, не видно, разворачиваешься, в другую сторону идешь, их видно, вот он, вот он, вот он. Почему как это? Ну вот так, вот Миша говорит, он, я говорит, здесь проходил. Ой, какой, не скажу где, не скажу где. Ну ты срежь тот, потому что Вика не видит. А, видит? Ты уже показал? Где-то я здесь еще видел. А, вот он. И вон он.
Вот он один, и он второй. Ну, Миша говорит, я здесь проходил. С утра, наверное, еще глаза не открылись, не проснулись. Прекрасная охота, да, Викулька? Охота просто прекрасная. Самое главное, свежий воздух. Пташки щебечат. А мы вот буквально по дороге ехали. Вика первый гриб нашла, остановились. Прям на дороге машину бросили. Вот отошли буквально сколько здесь. Уже пакеты полные. Да? И уже пакеты полные. Но мы даже не доехали, я говорю. Есть у меня одна грибница, про которую никто не знает, и я никому не говорю. Мы до нее еще не доехали. Сейчас поедем туда, посмотрим. У меня такое ощущение, что ниже, как будто бы их больше, да? Гриб. Вот гриб. Вик, куда пошла? Вот он. Ну ты за одну ручку бери его. Грибочки прям вообще. Вот. Шикарные срезали. Миша, ты по траве, по зеленке иди. Вот он гриб, вон он гриб. Видишь, Вика? Да, вижу, конечно. Вот он, вон под кустиком еще один. Вижу. Вы что сегодня не работаете? А? Миша, куда ты пошел опять не в ту сторону? И кого он гриб? Видишь? Не, мелкие не трогай. Вон гриб. Он с погрызанным. Нет, вот он, стою с ним рядом. Вот этот. Нет, его увидел, как я ж, как, а, под кустиком, нет, не увидел. Вот видишь, а ты говоришь. Здравствуй, Черепахин. Здравствуй, Черепахин. Тетя Мотя. Тетя. Все, Миша сел, даже не разгибается, вон гриб. Буквально отъехали 500 метров. Вот гриб. Ну, не знаю, что-то не взял пакет. Вон гриб. Слушай, потерял. Оттуда смотри, где-то вот здесь. А? А, вот он точно. Вот я, видишь, в сторону отошел и уже не вижу его. Большой гриб и не вижу. Представляешь? Ну, степь в этом году радует. Ребята вообще раньше выезжали. Недели, наверное, на полторы. Собрали вообще очень-очень скудно, очень-очень мало. Ну а потом информация пошла, что грибы есть. Мы решили подождать немножко. И вот буквально, я говорю, недельку, наверное, мы посидели и потом уже сюда вырвались. Среди недели. И народа просто
все барханы, все степи, блин, куда он ни глянь, куда ни посмотри, везде. Да. Пойдем, Миш, дальше переедем. Что здесь скучно.